Всем привет, ребята, я в Варшаве, возле центра выставочного, где проходит второй гранд-финал по игре World of Tanks. День близится к концу, и, в принципе, событий было очень много. Главное, вот, что я вам скажу, главная трудность в том, чтобы рассказать о них о всех, как-то более-менее, в том, что когда ты на новом месте, попадаешь в какое-то новое окружение, тебе все кажется каким-то... все так классно, всего так ново, все так много, и это классно, и там интересно. Вот сейчас, например, я стою возле танка, того самого танка, Рудова, который снимался в фильме, в сериале «Четыре танкиста и собака». Вот, собственно говоря, понятное дело, что это уже восстановлено, но оно так и было в сериале, и, собственно говоря, повторюсь, это тот самый танк, в том году я видел, как он ездил. То есть он на ходу. Возможно, даже сам сюда приехал, хотя вряд ли. Но не важно. Не в этом суть. Суть в том, что день выдался очень бодрым, очень активным. Вы, в принципе, видите эти вот кадры, сколько было людей. А сколько было людей снаружи? Дело в том, что все практически время, сейчас уже 7 часов вечера, здесь с 8 часов утра до 7 вечера стояла очередь, чтобы попасть внутрь. То есть люди заходили внутрь, тут в это время кто-то внутри уставал и уходил. И это было просто нон-стопом. Теперь по боям. Бои шли на двух площадках. Одна была открытая для всех, вторая была закрытая. Это не потому, что были какие-то суперэксклюзивные бои. Хотя, на самом деле, там воевали и сильные очень команды, те же Na'Vi. Это было для того, чтобы все было гораздо быстрее. Завтра будет... Сегодня шел отборочный день, так сказать. А завтра будет именно уже финальное, главное такое мочилово-рубилово. Что я заметил, как изменились вообще командные бои за последнее время? Стало, во-первых... Реально быстро, реально жестко. Очень много Т-54 облегченных появилось. Они, походу, вытесняют 90-ков. Главное, что реально, реально, каждый праздник, каждый вот турнир постепенно превращается в праздник. Каждый турнир по миру танков – это реально событие, это попытка организаторов переплюнуть то, что они сделали для этого, до этого. И сейчас, именно вот сейчас, на основе вот того, что я видел в том году и в этом году, в случае с гранд-финалом однозначно это удалось. И завтра я обязательно расскажу о том, как шел, каким был второй день. Ребята, давайте, пока. Вот честь фристайлить. Ну вот. Читал рэп, как бог. А я это выпущу. Привет, ребята, я в Варшаве, возле какого-то... Как там? Сейчас, заново. Всем привет, ребята, я в Варшаве, возле комплекса, где проходит гранд-финал, второй гранд-финал по World of Tanks. Ну что, День близится к концу. Блин, давай заново все.